Да, что болит, какой вопрос решаем? Но я надорвал спину, именно где-то вот в левой части. Дернуло сильно. Вот. Если согнусь, больно разгинаться. Сейчас тоже больно Да, разгинаться. ну вот даже сел. Садиться больно, кстати, еще более-менее так. Ну и так, да, вообще просто хотелось посмотреть, что у меня, где дальше. Какие тут. 2 дня ничего не поднимать после этого получится. Никаких тяжестей. Да, Ну, что есть. конечно. Так, свитерочек снимай, пожалуйста. Ложи на лавочке. Брюки либо снять, либо пуговку растянуть. Как тебе больше Да я комфортно? могу снять. Ну, тогда. Носки снимать, да? Ни носки не мешают. Грета, все нормально? Счастлива. Я всю дорогу себя привела. Как я долго этого ждала. Как всю процедуру. Там, если хочешь, у нас диванчик есть, можешь подремать. А, ну раз хочешь тогда. Так, что больно страшно, можно говорить, будем делать перерыв, хорошо? Ртом глубокий вдох, выдох. Чуть легче. Все. Не бояться. Расслабить мышцы. Левая сторона перегружена сильно. Есть небольшой сколиоз, ты теперь это знаешь, да? Вот. Одна лапка у нас меньше. Да и хорошо видишь. Машина тоже снимаю. Нагрета. Вообще грудная клетка не. Кто ж тебя запретит, что? Ага. Вот. Да, вот мы видим сколиоз, но мы видим, что мышцы хорошие очень, прям такие, спортивные. Я туда смотрю, туда. Так, глубокий вдох, выдох, не дышать. Терпимо? Глубокий вдох, выдох. Вот так. Хорошо еще. Дальше. Еще. Протяни воздух. Все. Нормально? Да. Головой можно крутить. То голову либо затекать. Расслабить лапки. Ни о чем не думать. Ну, легче. Это еще рано, мы только начали, я же не могу тут. А вдруг она верит? Верит. Не, у нас обычно мы когда там выставляем, быстро выравнивается. Но тут большое смещение, поэтому надо чуть время. Вдох-выдох. Дальше. Вдох-выдох. Еще. Расслабить лапку. Вот она в руке у меня. Да. Ничего не бояться. Миллиметр остался ли, мне кажется? Остался? Остался. Даже не миллиметр, а чуть больше. 1,5 миллиметра? Да. Ты хочешь посмотреть, Грета? Посмотри, что у нас вот здесь. Осталось сколько. Вот, натягиваем. Чуть-чуть. Да, маленькая капелька. Но это может возвращаться, потому что мышцы, они имеют свойство своей памяти. А, еще раз ставь лапку, вот она. Хорошо. Расслабление у тебя очень хорошее. Очень хорошее. Вдох, выдох.
Дальше. Протянуть. Да. Дальше. Дальше. Еще. Все, все. Нормально? Да. Легкий вдох, выдох. Еще. Угу. Расслабить. Начнем отсюда, потом поднимемся вверх и сюда перейдемся. Готов? Угу. Нормально? Угу. Не напрягайте. Легкий вдох, выдох. Продолжаем. Да? Перерыв не надо. Расслабить. Вдох, выдох. А что можно поделать? Непривычно, когда ты лежишь, а тебе и ты не можешь дать. Вот и расслабиться и кайфануть. Он траву не курит, как ты. Зря ему просто никто не предлагал. Да? Начнем. Ладно, начнем. Нормально? Да. Легкий вдох, выдох. Вот это прилетело. Это все трава. Стой вот теперь. Встаем. Доброе утро, Саш. Два раза осталось. Один. Угу. Теперь мы сюда возвращаемся. А ты можешь отдыхать, угу. Расслабить. Куда? Да. Ты хотел сказать пизделей. Она правда хотела сказать. Но остановилась в момент. А вы нет. Я не говорю таких слов, я не знаю. А, да? Да. Я воспитанный доктор. Расслабить. Да, это такие мышцы там внутри. Сказал, блядь. Да. Вы говорили, я травму. А, вот оно что происходит. Конечно. А мы чтобы контору не палить на себя все время. Да. Продолжаем? Да, да. Вот теперь они расслаблены. Вдох-выдох. Вдох-выдох не напрягать, уже не будет так жестко. Сейчас мышцы натягиваем, понятно? Что память мышечная, насколько можно, сохранилась. Но все равно мы видим, что вот эта сторона выше, чем эта. Это сколиоза, мышцы долгое время, вот они, чук. Привыкли. Нормально? Да. Два раза потерпеть. Все, все. Руки можно так оставить, можно под голову, как хочется. Не знаю. Я тоже не знаю. Ну, то же самое осталось, как было миллиметра полтора, ну, вот это большое смещение обрата, что вот и было, а именно, что в идеал
Не хватает у нас мозгов. Ну вот, когда мы натягивали, помнишь, да, вот когда натягивали, да. Ну, незначительное, конечно. Не полметра же все поэтому. Не, это было. Это кто-то укусил. Это кто-то укусил. Ну да. Было когда-то на бабочку похоже. Стало нахрен, пойми что. Бог шарит. Грета, ну в чем дело? Ну вы чего? Где этика? Так что, Александр, в баню хорошо бы ходить время от времени. Угу. Так, руки под лобик больше. Что? Грудь здесь. Потерпеть. Будь немножко я-я. Терпеть. Еще. Все, все, все. Так, на бок ко мне лицом потихоньку. Да. Прям на руку ложится ко мне. Вдох-выдох. На другой бок потихоньку. Не больно переворачиваться? Или чувствуется? Ну, вот именно где надорвал. Вроде не так просто себя. А, все хорошо, руку мне. Еще легче. На спинку. Голова не кружится? Нет. Она прям резко выделилась. Кто? Чашечка. Когда? Вот сейчас. Серьезно? А я не был. Она дремала. Боль небольшая может там еще оставаться, где был срыв. Это, ну, тоже сильные были, видимо, воспаления. А может и пройдет. Обычно 2 дня и все это. Так, сейчас дернем, не бояться расслабить.
Александр, зубки вместе. Расслабить легче. Нормально? Да. Честно, думал, хуже было вообще. А вот что думал? Тебе рассказала Грета о страсти? Да нет, она вообще ничего не сказала. Видео смотрел? Нет. Нет? Не показала ничего. Я просто посадил, как ты ее взвешь. Отпустить? Боком вставай на краешек, присаживайся сюда. Голова не кружится? Нет. Вроде. Чуть потерпим. Чего? Потерпеть. Это все кажется, это все сны. Ну, давно в руку отдавай. Да, конечно, это ток. Уже там почему все. Почему в одну? Ну, куда попали? Три. А какой отдавала? Прям локоть. Так, крутим головой по большому кругу. Туда-сюда. И кроме хруста, как себя чувствует? Да, по-моему, там шишки. Я сейчас не понимаю. Повороты сами как даются? Ну, просто прохрустим. Там, видимо, не было больших у нас проблем никаких. Тебе нормально крутится? Ну да. А у меня особо такого и не было. Встаем, но мы все перебираем. Идем вперед баночкам к тем интересным. Стоп, ко мне лицом. Лапки шире. До пола достать. Сюк. Хорошо, до одной лапки, двумя руками. Да, другой. С головой туда мощно, чтобы увидеть сзади, что происходит. Да, и другую. Еще раз в одну. Потом другую. 10 раз приседания, не торопясь. И слушаем колени и крестец, как они себя чувствуют. Поехали, не торопясь. Теперь все проверяй. Наклоны, повороты, всю систему человека. Как Александр себя чувствует, смотри. И спину, главное, эту проверь, что сорвано. Можешь присесть, встать, как тебе хочется. Ну. Что-то там отлетело. Косточка вон валяется. Просто, ну да, еще спина поболит. Боль такая же или нет? Да и поменьше. Это остались то, что воспаление, отеки. Да, вот. Так я хоть нагнуться сейчас могу разогнуться. А ну... нагнуться. Ну, если вот так вот нагинался, все, выпрямиться было тяжело. Ванну с солью, это важно, в ближайшее время организовать. Ну и выпивку чуть-чуть. Это правда все. Присаживайся. Там написано. Ты доволен или нет? Да. Или переделывать? Он доволен. Ну еще может там. Дай Бог здоровья, можно одеваться. Всем пока.